какая-то лёжка, что ли, была. Калина. Ну как там? Нормально? Пробираю. Молодец. А там как? Тут прям шоссе. Шоссе? Ну, тропинка такая набитая. Что-то такое ощущение, что тут траву где-то кто-то курит. Запах, Серег, стоит. Ну давай там щуку уже лови.
То есть они тут так и ловят, что ли, прям здесь? Приметы все здесь. Ну, сидят, просто смотрят на реку. Что-то какое-то стеклышко. Там плавает стайка. Охренеть, я сейчас увидел. Вон, глянь. Увидел 100 лет назад. Раз, два, там прям целая стая. Ой, глянь их сколько там много. Там их 100 штук. Офигеть. А если им печенье кинуть, что будет? Ничего. Опа. А плотвичку-то нельзя как-то поймать, а потом ее на живца там? Да и сколько мы тут сидеть будем? 3 часа? Смотри, видишь, испугались немножко, это, что-то спрятать. Не скрыть. Что они там рассказывают, там помощь мы как ловили, тропинка там вниз. Про нашу сторону рассказывают. Ну, чуть дальше. Ты прям в какие-то самые дебри прям. Я ж испугался, ты так быстро поднялся, как ниндзя. Чё, да? Иди его отсюда, так как я увидел. Да. О. Не надо никуда спускаться. Да. Вот это, да. Сейчас так щуку прям. А кто там лазили, там где-то там. Тоже какие-то рыбаки пришли, да? Тоже рыбаки пришли, да, какие-то? Собака они там. Это Оля такую собачку хотел. А купил какую-то беспородную. Ну. Это караси могут быть. Оп.
Вот, бывает. Платить стоит. На, один, посмотри. А ты не видишь так? Я нет, ты же проверь, этих лучше будет видно. Ничего не лучше. Фигню продали. Это, знаешь, когда вода прозрачная, вот тогда, может, черты увидишь. Ну, прозрачная и это, солнце светит. Ты это прям видел? Крупные? Ну, ты что, не видишь? Вон они плавают, вон всплывают, вон. А, ну сейчас вот вижу, что-то темненько. Ловите. Ну, дырка там у тебя много. На. Клёвочка была. Да, дерево было. Ну туда можно. Да хотя бы еще одного поймать и все. В идеале, конечно, щучку домой ее взять, зажарить.
Мне кажется, надо еще мегабас попробовать закинуть. Леска в воду закинут. Вокруг. Может, кто удочку оставил где-то. Ты запах не чувствуешь? Травы? Да. Там леска-то не дергается, вдруг там какая-нибудь рыбина сидит. Спиннинг там за 50 тысяч такой лежит. 50 тысяч? То есть ты подумал бы, да? А, вон он, наверное, спускается, видишь, идет, смотрит. Так что хозяин есть. Чего ж ты так ловишь рыбу? О, место какое-то интересное. Пойдем туда, пойдем, или сюда, вот туда что-то пойдем. Опа-на!
красивое место. А вон сколько рыбаков, гляньте, там сидят. Слева, видишь? Машина там.
И вот заметь, те вот рыбаки, они, видишь, как раз на этом повороте встали. Которые слева стоят. Клевала? Может, туда немножко еще пойдем посмотрим что-то. Yeah. Ты вот это лицо такое сделал, это можно на превью. Да, и холод тут нужен, наверное. И тогда было понятно, где она тут стоит, плавает, в каком месте. О, сорвался? Серега поймал рыбку, и она там где-то упала. И дальше глянь. И вон этих рыбаков заодно посмотрим. Видишь там? Целая пристань там какая-то. У них там и стол, все там. Блин, кто-то себе пристань прям забахал, да? Огородил там все.
Вон она прям гуляет. Может, пора классику достать? И всплыл. Видишь, и гусей там кто-то разводит, держит. А нельзя сейчас гусей разводить. У меня такие с ружьем выходит. Идите на! Мурзилу можно побольше поставить, чтобы быстрее тонула приманка. Видишь, долго тонет. Там, видишь, пикники какие-то целые-то. Там почему-то прыгает. Ты что говоришь? Ты видел клевало? Что, прям хорошо клевал? Хорошо, плохо. Была поклевка. Ну а как хотел? Уворачиваться надо. Полосатик. Полосатик. Ты какой же? Шестой? Шестой? Не знаю, я не считал. Чего вот рядом? Такой. Ну вот таких-то окушков там нет у нас, где ты ловил.
лучше, чем я ловил. Шесть штук ты поймал. Да. Ну, сначала 4, потом один еще, вот этот большой, и вот этот 6. 6 штук. 6 штук это уха, ого-го. Килограмм точно не ловили. Да. То надо было, конечно, сеточку взять и туда складывать. Но мы в следующий раз возьмем сеточку. А что, тут тропинки это не будет до конца, да? Ну, идет она, но я не знаю, где она. Там, мне кажется, она потом заканчивается. Ну, пошли посмотрим. Ребята, короче, 6 окуней поменяли мое отношение к рыбалке в этом году. И я думаю, наверное, я опять приеду на рыбалку. Не знаю когда, но, наверное, скорее всего. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.